Всем привет, мои дорогие! Отличного вам настроения! Сегодня у нас новый влог. Сейчас вам покажу, что у меня осталось из мыла, какие наборчики. Сейчас я, собственно, собиралась идти делать, ну, не коробочки, скажем так, а подложечки для мыла, для вот единичного поштучного такого мыла. То есть коробочки я заказала еще, само собой, мне должны прийти. У меня просто уже коробочки все практически закончились. Вот, а это я хочу, знаете, вот по типу, сейчас вам покажу. Вот и наш зайчик, красавчик. Один, кстати, у меня остался. А вот по типу таких штучек, ну, по типу одной штучки, да, чтобы была подложечка, сейчас я буду делать, и сверху вот так мыло. Затем в пакетик, бантиком, и буду вот так упаковывать. Ну, потом вам покажу тогда в следующих видео. Это вот что у меня осталось, вот это букет. Это букет уже не мой, это букет свекрови. Вот этот букет мне нужно отвезти подружке. А вот этот букет для мамы. То есть эти букеты не на продажу. А вот новый набор. Сейчас переверну камеру, покажу. Точнее, как новые наборы. Из новых здесь только один. То, что я просто залила посмотреть формочки. А это вот то, что осталось. Остальное я уже... Все продала. Вот. Остался один вот такой наборчик. Женский наборчик от всего сердца. И вот на 23 февраля такой еще наборчик. А это вот новый буду делать. Новые формочки. Приобрела, мне, кстати, очень понравилось. И заливочка такая интересная. Но здесь сложная очень заливка. Пипеткой нужно проходиться вот по этим надписям. Ну ничего, в принципе, получается хорошо. Так что это вот все, что у меня сейчас пока есть. Остальное я буду только делать. Вот эта мыльная основа, я ее еще не пробовала. Не знаю, может быть, сейчас в процессе посмотрю. Здесь, кстати, просто чисто белая основа. И вот эту конкретно у этого продавца я заказывала первый раз. Белая основа. У меня пока там есть еще... Нужно ту использовать, но эту нужно попробовать, чтобы все равно понять, стоит заказывать такое еще или нет. И сейчас я вам покажу, что у меня на кухне, что я сейчас подготовила. Я там все уже освободила не для еды. Вот, видите, далеко не для еды. Здесь сейчас мы будем заниматься мыловарением. Вот это, кстати, это формочку я не покупала. Вы поняли, что это от конфет. Я хочу просто попробовать. Вот сделаю пару или даже одно сердечко, чтобы понять, для мыла с плавками мне подойдет вот такая штучка или нет, я ее мыла. Так, а это вот моя уже проверенная формочка на 23 февраля я заливала. Мне очень понравилось. Вот, кстати, эти инструменты, они такими классными получаются. Но это вот вы увидели, я вам сейчас показала. Рубашечка. И вот эту формочку я заливала. То есть две вот эти попробовала. Вот эти вот новые, кстати, формы. Не пробовала даже. Смотрите, какие лабутены. И, кстати, здесь такой весомый получится. Здесь не написано? Нет. Не написан вес. Просто на какой-то я здесь видела, был написан вес. Например, вот она, 115 грамм. Ну, это тяжеленькие такие формочки. И вот это она будет тяжеленькой. Тело бутылки. Ну, вот это вот, смотрите, вкусняшка такая, капкейк. Это на Пасху кулич. Ну, я еще для Пасхи буду подкупать. Конечно же, буду подкупать. И еще, знаете, я хочу, не знаю, если увижу, найду вот какую я хотела рыбку, то закажу в мужской набор рыбку. Вот прям мне очень хочется. Ну, а это простые формочки. Я тоже взяла их, еще не заливала. Вот как раз-таки мыло с вплавками я буду делать вот в таких формочках. Вот вплавки, например, сердечки, да, можно использовать. Можно листики. Это большая. Можно вот такие вот розочки. Очень красиво, кстати, смотрится. Я, когда у меня этих формочек не было, я пробовала обычные пластиковые. Какие там были у меня, не помню, даже от сырков или от чего-то там такого пробовала, заливала. Ну, неплохо так получилось, интересно. Ну, это вот все, что у меня, в принципе, есть, мои формочки, да.
Вот эти не очень просто заливаются, но они интересны, потому что они маленькие. Пипеточкой так я их прохожу. И вот для каждого праздника очень даже. Вот это тоже такая интересная формочка. Непростая заливочка здесь пипеткой. Она маленькая, эта формочка. Но интересная тоже. Вот бумагу купила, кстати. Вот этой бумагой я и буду оборачивать подложки, которые буду делать из картона. Вот как раз таки эти подложки у меня и пойдут под мыло. Ну, а клеить я все это буду клеем-пистолетом. В общем-то, вот здесь у меня пока подготовила, сейчас подложки сделаю, а затем уже буду мыло заливать. А из основы у меня вот осталось белое, совсем немножко. Вот я ее как раз доиспользую и новую попробую. И вот она прозрачная, такая и такая. Одна здесь супер прозрачная, вот эта. Одна просто прозрачная. Ну все, мои дорогие. Вот что у меня сегодня получилось. Смотрите, какая красота. Вот такое мыло. Различные. Кстати, мне очень понравились вот такие лабутены. Я их залила, получается, 3 штуки. Вот так это мыло. Очень симпатично. Ну и остальное мыло тоже вот поштучно вот так выглядит. Здесь еще один мужской набор прибавился. Вот этот у меня уже был залит, показывала. Вот этот сделала. Вот, пока пополняем. Пополняем запасы. Потому что сейчас я думаю, что вот это вот все будут брать. Все, мои дорогие, всем пока-пока. Отличного настроения.